Деду Морозу рады всем двором. Эту елку для жителей 8-го микрорайона Новоленина организовал благотворительный фонд Красноштанова. Всем детям вручили подарки, а чтобы никто не замерз, приготовили стол с горячим чаем и баранками. И еще один сюрприз. Во дворе 8-го микрорайона установили деревянную горку и залили хоккейный корт. Теперь дети смогут провести новогодние каникулы не только с компьютером, но и с ровесниками и пользой для здоровья. Такие же спортивные сооружения по инициативе фонда были установлены и в других дворах округа. Главная задача, чтобы наши жители не чувствовали себя забытыми. Тем более Ленинский район, он далеко находится от центра города, далеко добираться до центральной елки, поэтому эти елки будем проводить здесь постоянно. И еще одно доброе дело накануне Нового года. Благотворительный фонд Красноштанова много лет помогает иркутским семьям, где воспитываются дети с ДЦП. Поздравляет с праздниками, дарит подарки. Сегодня подопечные благотворительной организации собрались на новогодней елке. Для них была подготовлена веселая программа, конкурсы и подарки. А тех, кто не смог сегодня попасть на утренник, до 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка поздравят, приехав к ним домой. Татьяна Веретина, Николай Крупченко и Александр Мокин. Новости сейчас.